Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Ну, а сегодня я хочу взорвать того медового города, которого я нашел в прошлой серии. А заодно посмотрим, что у нас интересного есть. Так, мятная манго и сердцевёкла. 32 минуты. Какая-то фигня и 1000 золота. В принципе, интересно. У меня есть 18 минут. Если у меня отрастет сердцевёкла, я, в принципе, тебе отдам ее. А вот манго мне жалко. Блин, сколько там плортов? Пускай валяются. Так, у меня появился ключик. Я даже не знаю, потратить его туда или... Да, пожалуй, просто потрачу его сюда. Почему бы и нет? А еще я хочу посмотреть, что там за лаборатория открылась. В прошлой серии я ее проигнорировал. Надеюсь, она еще на месте, эта лаборатория, потому что она даже не подсветилась, когда я сегодня появился в игре. Блин, я забыл расширить здоровье. Я же мог купить его. Ладно, по следующему приходу на базу я обязательно его куплю. Так, а вот эта локация непонятная. Ничего не изменилось? По-моему, ничего. Блин, да что же с ней не так? Я не понимаю, из раза в раз. Так, вот она, та дверь, которую я хотел открыть. Пожалуй, я ее открою. Ну, не знаю, просто так, потому что у меня есть ключ. Может быть, там что-то откроется? Ну-ка, секундочку. Блин, по-моему, ничего не меняется. Зря только ключи потратил. Ладно, давай-ка быстро глянем, как туда пройти можно. Да, это обычная локация, где я уже и был. Ничего интересного здесь нету. Поэтому просто пойдем лопать того города, которого я нашел в прошлой серии. Блин, на самом деле я не так уж и много фруктов нашел. Ну, хотя бы так. Блин, стой, клубничка! Так. Так, его начало уже немножко потрясывать. Может быть, я наберу еще в округе здесь что-то? Так, надеюсь, этого добра ему хватит. Блин, здесь постоянно какие-то вары обитают. Ну-ка, друг, держи все, что тебе нравится. Блин, мне кажется, я даже слишком насобирал. Ну-ка, тогда иди на базу. Медовые. Медовые мне не нужны. Слушай, а где телепорт? Тут же телепорт должен был быть. А нет, ключик. А зачем мне ключ еще один? Так, ну, это пусть будет. Медовые мне не нужны. Так, ребята, развлекайтесь. Ну, а я, пожалуй, возвращаюсь на базу, посмотреть, что там за лаборатория появилась. И надо будет наконец-то разобраться с теми воротами непонятными. Так, своих слаймов я немножко покормил по дороге сюда. И кому бы дать фруктов, даже не знаю, поделю-ка я между вами. И вами. А еще я ведь могу клубочек сюда закинуть, да? Вам же нравится клубок. Точно. И черный лук на базу. Блин, сколько же здесь всего? Плорты, плорты, везде плорты. Посмотрите, везде валяются. Пожалуй, надо собрать. Офигеть, сколько тут всего уже насобиралось. Надо, пожалуй, сдать их, наверное. Что-то их тут слишком много. Пожалуй, этим и займусь. Блин, был бы еще такой плортосборник, который бы сам сдавал плорты. Было бы совсем шикарно. Блин, серия, наверное, получится немножко короткая, потому что я по большей части молчу и бегаю, собираю просто все. Ну, я думаю, мы на лабораторию все-таки сегодня посмотрим. И разберемся, что это за дверь. Блин, самое жуткое здесь, это закинуть не туда плорт. Может появиться ведь вар? А это мне совсем не нужно. Так, ну у меня теперь прям целая куча денег. Я не знаю, мне она нужна или нет. Сердечный блок, 750. Конечно, нужен. Блин, я даже не заметил, что потратил деньги. О, уже новое выросло. Офигеть, как быстро все растет. Ладно, сразу накидаю тогда им все. И пойду уже спокойно к лаборатории. Блин, очень много времени тратится просто на собирательство всякой фигни. Плортов, овощей, кормление их. Не совсем некогда изучать и исследовать. Только занимаюсь тем, чтобы кормлю этих балбесов. Ну хоть здесь ничего не созрело. Слава слаймам. Ладно, пойдем уже наконец посмотрим, что это за лаборатория такая. Так, здесь у нас все как обычно. Пруды, загоны, участки земли, ничего интересного. Сзади, может быть, что-то интересное есть. О, сокровищница. И еще одна площадочка. Так, время засучить рукава. В сарае есть все оборудование, которое тебе нужно будет нужно, чтобы начать создавать устройство, используя слайма науку. Устройство включает все полезные приспособления для исследования, оборонительные башенки, декор и многое другое. Ух ты, ты кто такой? Нажмите Е, чтобы активировать. Бур для начинающих. Экстрактор позволит тебе извлекать ископаемые ресурсы. Служит один цикл. Блин, интересно. Ого, сколько тут всего в слайма науке.
Какая-то непонятная фигня, техническая технология, декор любопытная. Ладно, с этим, я думаю, мы потом разберемся. А может быть и сегодня? Перерабатывающий завод. Для выпуска устройств на твоем перерабатывающем заводе тебе потребуются ресурсы. Попробуй забросить плорт в перерабатывающий завод, но помни, ресурсы, помещенные в перерабатывающий завод, уже невозможно оттуда достать. Так, это у нас просто перерабатывающий завод. Блин, но у меня пока нет лишних ресурсов, наверное. Это у нас строительный магазин. Насос для начинающих. Пасека для начинающих. Набор из двух телепортов. Розовый телепорт-склад. Блин, сколько тут всего интересного, непонятного. Ладно, пока, пускай, я не знаю, пока я сюда не буду пока заходить, что ли. Я хочу все-таки посмотреть, что там с дверью можно сделать. А потом уже возвращаться сюда. Так, а я ведь могу купить себе что-нибудь здесь, через премиальный клуб. Посмотрите, сколько тут всего можно купить. Обновление забора, пионер 1. Давайте-ка глянем, что у нас за забор появился. Так, он что, выше стал, я не понимаю. Ух ты, реально, посмотри, какой большой. Прикольно, теперь красивее стало. Давай-ка еще что-нибудь улучшим. Обновление тропы. Купить. Пионер 3. Смотрим. Ух ты, офигеть. Все прям изменилось так реально, красиво стало. Тропинки новые. Интересно, а в пещерах что-нибудь поменялось? Ладно, давай посмотрим еще, что можно купить. Пока у меня много денег, обновление крыльца. Ого, там целых несколько улучшений. Вау, офигенно, ты посмотри. Крыльечко прям красивое такое. Давай-ка посмотрим, что там еще. Целых 4 улучшательства было. Так, жаворонок 1, станция цветности, цветность кобальт, цветность молочный коктейль. Ну, покупаем. Что это значит? Звездная почта. Так, здесь что-то про 7Z и про какие-то терминалы непонятные. Наверное, вот про этот терминал они говорят. Классика, краски, молочный коктейль, либо кобальт. Давай-ка кобальт посмотрим. И... О, он стал синим, прикольно. А еще какие цвета есть? Это у нас молочный коктейль. Да, ну, не особо. И классика. Блин, тоже прикольный, но нет, я хочу вот этот кобальт, мне понравился. Да, определенно прикольный цвет. Так, а у нас же еще что-то тут было. Техника. Техника, добавив краски дому, рюкзаку, техника. Так, это у нас получается все автоматы перекрасились, офигеть. Действительно? Ай, я случайно перекрасил домик. Так, молочный коктейль. Да, действительно, меняется только цвет оборудования. Нет, все-таки вернем на кобальт. И рюкзак-пылесос. Кобальт, пускай будет синий. Достижение разблокировано. Вгони меня в краску. И где оно? Так, вот оно. Вгони меня в краску. Используй блоки цветности, чтобы заменить цвет фермерского дома, техники и рюкзака. Что ж, я это сделал. И что я могу еще сделать? Давайте сразу улучшим максимум, что мы можем сделать. Жаворонок, обновление арки. Что это за арка была? И где эта арка? А, может быть это? Да вроде нет. Может быть та арка? Ну-ка, пойдем посмотрим. Блин, посмотри, тут целая дорога теперь. До моей фермы. Офигенно. О, прикольно, тут даже голограмма есть. Так, 3500, секундочку, быстро что-нибудь сдадим и купим еще что-нибудь с улучшений. Пойдем-ка посмотрим. Так, 3500, насколько я помню, там было. Там были цвета, цветность картечь. Так, ну-ка посмотрим, что там за цвета интересные появились. Картечь и хлопушка. Хлопушка у нас, ну, такой цвет, не знаю, картечь, картечь. Ну, картечь тоже прикольно. Да, наверное, все поставим на картечь. Так, рюкзак, картечь и это картечь. Более прикольный цвет такой. Так, ладно, я, наверное, потратил много денег достаточно на эти украшательства. Пойду-ка я изучать ту дверь. Так, ну вот я и у этой непонятной двери. Давайте думать, ребята. Так, что же здесь может быть такого? Как ее открыть, эту дверь? Здесь есть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь кристалликов. И они все, походу, цветом всех слаймов или плортов. Я просто подумал, может быть, как-то накидать их сюда? То есть, может быть, сюда кинуть? Так, нет. Ну, я так полагаю, просто, может быть, разместить их где-то? Что еще может быть? Вот, тут есть какой-то непонятный... Да, вот, типа статуи, что ли. У нее во рту
Так, а у нее во рту плорт. Стало быть, мне надо найти какую-нибудь статую, у которой можно поставить один из этих плортов. Подожди-ка, ты не бабах плорт? Да! Действительно, смотри-ка! Кажется, я разгадал эту загадку. Осталось теперь найти все остальные статуи и расставить плорты. Это не так уж и сложно. Так, ты у нас что за статуя? Непонятно. Здесь зеленая. А зеленый у нас кто? Радиоактивный? Так, это у нас медовый. Мне нужно найти скалистого. Нужно найти фосфорного. Фосфорный вот он, по-моему, да. Вот он фосфорный. Отлично. Ха, запел. А это у нас случаем не скалистый? Нет. Наверное, к нему нельзя поставить камень. Так, вот он скалистый, спрятанный. Прикольно они поют. И еще лужа плорт где-то должен быть. Ну, если я правильно понял. Так, подожди, остался, может быть, миуровый по факту остался, медовый и радиоактивный. Лужа плорт совсем здесь не нужен. Так, мне осталось найти три плорта, подожди-ка. Радиоактивный, в принципе, тут недалеко есть. Миуровый найти и медовый. Пойдем-ка найдем здесь по дороге. Так, я вернулся на базу и собрал все плорты, которые еще можно вставить в статуи. Пойдемте поищем, куда их можно поставить. Итак, где же тут у нас еще статуи? Так, медовый я вижу, сразу же нашел. Давай, поем. Прикольно, мне это никогда не надоест. Так, еще у нас радиоактивный, по-моему, вот здесь. Ну-ка. Блин, мимо. Отлично. И остался последний. Либо это кристальный, либо это миуровый. И где же он есть? Так, блин, куда я еще не лазил? А вон, тебя уши выдают. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Отлично, миуровый. Супер. Так, и что происходит? 7 нот. Офигеть. Ну? Какая-то новая локация? Торжественная музыка. Древние руины. Достижение разблокировано. В прошлое. Почему в прошлое? Миуровые. А это у нас что? Активировать. Подожди. Да, я пока не вижу ничего здесь. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут интересного. Так, давайте... Давай-ка нажмем. Что это такое? Это типа... пульки, что ли, я не понимаю. А, или это выключатель? Ну да, это выключатель. Держите, кушайте. Становитесь варами. Так, а куда оно меня ведет? Давайте-ка сразу посмотрим. Дверь. Наверное, сразу все будем открывать. Лишним не будет. Блин, как здесь интересно-то и непонятно. Вода какая-то куда-то бежит. И что у нас тут написано? Непонятно. Опа, что это? Кто вы? Квантовый слайм. Слайм, который действительно показывает свой потенциал. Ничего себе. Ребята, пожалуй, я вас наберу. Надо будет посмотреть, сколько из тебя дают. Смотрите, он исчезает. Офигеть, прикольно. Так, скалистый мне не нужен, квантовые мне нужны. Так, а есть он у нас фазовый лимон. Надо будет найти фазовый лимон ему. 8 слаймов у меня уже есть квантовых. Эй, ну-ка появись. Дерево, которое не появляется. Так, секундочку. Сюда я пока не могу пройти. Налево тоже не могу. Здесь ничего интересного. Так, а где у нас карта? Мне карта бы пригодилась на самом деле. Нужно книжку активировать. Дверь одна открылась? Или... А, то есть... Те двери открываются, а та закрывается основная. Поэтому, блин, мне надо найти карту. После этого я смогу изучать спокойно. Так, подожди-ка, тут подо мной какая-то дверь была закрыта. Блин, секунду. Там было закрыто только что. Походу, я туда не спущусь пока. Да, походу, не спущусь. Открывается все. Вот она, эта дверь. И за ней что-то есть. Ладно, пока не буду этим заниматься. Об кого-то я ударился. Пойдем туда. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас переключатели, двери. Блин, целые головоломки. Я не хотел заниматься головоломками сегодня. Так, здесь двери открылись, сзади закрылась.
Я запутался. Так, здесь ничего вроде интересного нету. Ну, пойдем наверх, посмотрим, что у нас наверху. Так, а наверху у нас целая площадка непонятная. Водные слаймы. Да, в принципе, больше ничего интересного вроде нету. Уди, ты мне мешаешь. Вот она карта, отлично. Блин, я уже заблудился, ребята, тут столько всего. Так, открываем карту и... Офигеть, тут целые катакомбы, непонятно. Так, телепорт домой и какая-то фиговина там. Пойдем сразу туда посмотрим. Думаю, в следующей серии я буду все изучать. Эй, Квантовый, иди-ка сюда. Мне еще парочку штук надо. Блин, он спрятался, я не могу его достать. Отлично, 10 у меня есть. Так, а как мне попасть туда? Я не знаю, мне как-то наверх, что ли, попасть надо? Или придется куда-то спускаться? Так, я пока не особо понимаю, как туда попасть. Может быть, мне справа можно долететь до туда? Давайте попробуем. Так, здесь какие-то площадки есть. Может быть, все-таки я могу туда попасть. Эй, ну-ка разбейся. Ну что ты? Курочки. И... Да ни одного города пока я здесь не вижу. Наверняка они здесь есть. Так, и что у нас тут интересного? Дерево. Так, а куда я могу дальше пройти? Могу ли я здесь пройти? По-моему, нет. Там вода. Надо быть аккуратней. Где-то здесь я видел штуку, которая открывает двери. По-моему, здесь наверху. Да, вон она. И что ты мне откроешь? Только одну дверь? Нет, обе. Отлично. Так, и походу я могу пробраться туда. А здесь кроме квантовых слаймов ничего нету? По-моему, нету. Так, ну я, похоже, уже очень близко к дому. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Могу ли я открыть эту дверь? Да, могу. А внизу ничего интересного? Нет, ничего интересного. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас в конце. Может быть, это конец игры уже? Или нет? Ну, телепорт я вижу домой. А что у нас еще есть тут? Так, какая-то дорога. Дорога вниз или дорога вперед? Так, а у меня как раз есть ключ. Ну-ка, давай посмотрим. Не томи, открывай быстрее, мне же интересно. И что же у нас тут? Кто вы? Вы еще одна загадка? Офигеть. Как все непонятно. Так, это у нас место телепортации. А что с вами делать? Похоже, еще одна загадка. Блин, я немножко запутался, я пока не понимаю, что это. Наверное, мне надо квантовые плорты им дать. Причем всем сразу. Поэтому пойду-ка я домой вернусь. Посажу квантовых слаймов, скормлю всем своим ларго то, что у меня накопилось, и куплю что-нибудь интересное. Так, а квантовых я посажу, пожалуй, куда-нибудь сюда. Блин, у меня совсем не осталось денег. Так, квантовые, надеюсь, вы не исчезнете? Или вы... Вроде пока не исчезают. Ну да, вроде не исчезают. Пускай пока здесь сидят. Оставлю им. Блин, ничего не могу поставить им. Они сейчас выпрыгнут нафиг. Ладно, пойду быстро скормлю им все, что у меня накопилось. И соберу денег побольше. Блин, они уже разбежались, ребята. Блин, вернитесь в загон. Куда же вы разбежались, балбесы? Давай нам базу. Блин, они не хотят на базу. Как их посадить обратно? Так, высокие стены, шарманка, воздушная сеть и плартосборник. Ребята, а подождите, они же вот. И они там, и тут. Офигеть, ну вы запутанные, ребята. Серьезно, то есть их... То есть они могут просто гулять по базе? Нифига себе. Так, и что я могу вот с этими штуками сделать? Я же могу их отнести в лабораторию, правильно? Давайте я это и сделаю. Так, на лабораторию я могу выйти отсюда. И куда я могу в перерабатывающий завод все это засунуть? Так, наверное, надо вкинуть. Раз, два. Я не знаю, вроде все, я не знаю. Это... И что я сделал, на самом-то деле, я не понимаю. Ладно, пока я это не понял.
Так, строительный магазин. В строительном магазине ты можешь приобрести эскизы. Эскиз требуется для выпуска любого устройства. Не забывай заглядывать в строительный магазин за новыми эскизами. Так, сюда мне надо кучу плотов. Ну, даже не знаю пока, тратить сюда деньги, не тратить. Пойдемте что-нибудь улучшим на базе и, пожалуй, на этом закончим. Серия может показаться короткой, но на самом деле я очень много времени потратил на беготню. И это не попало в кадр. Уже успела нарасти око-око, офигеть, как все быстро растет. Ой, а откуда здесь лорд? Прям посерединке валяется. Так, могу ли я что-нибудь здесь улучшить? Ну-ка. Премиальный клуб, 3700. Нет, у меня пока не хватает денег. Ладно, ребята, на этом все на сегодня. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. И поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого!